Ну, если так сказать образно, то представитель власти должен выйти в эфир по всем каналам телевидения, рвануть рубашку на груди и сказать: простите, люди добрые, мы вас хотим услышать, мы будем вас слушать, и мы будем создавать правительство народного доверия. Я повторяю, что я не оцениваю сейчас, смогут ли они сделать то, что я предлагаю. Что касается народа, то если это будет сделано, тогда я думаю, что люди смогут засучить рукава и вновь, как после войны, как после Октябрьской революции 1917 года, значит, засучить рукава и при помощи пятилеток, значит, создать уже новую современную экономику, не настолько зависящую от импорта от других стран. Потому что если власть и сегодня будет думать, что она может и в России таким образом руководить, бросая куда-то деньги, затыкая какие-то дыры, то уже на сегодняшний день настало то время, когда они сильно ошибаются. Не заткнешь дыры деньгами. Потому что если люди не будут верить тому, что власть это делает ради них, а у них не то, что есть сомнения, а уже появляется уверенность, по крайней мере, 20 миллионов человек, которые официально находятся за чертой бедности, абсолютное большинство из них уже не верит, что государство может что-то сделать или заботится о них. Так вот, сегодня первый шаг от власти. Они должны доказать людям, что они осознали то, что произошло и происходит, и обратиться к ним, что давайте вместе выходить из этой ситуации, потому что нас уже обложили со всех сторон.